Смотрите, какая красота. Всем привет. С вами канал Артмания. И моя семья. Вытащила плед. В принципе, он красивый. Сфотографировала его. Буду его сегодня, хочу его продать. Подавать объявление на него буду. Потому что он валяется, не нужен. Он, кстати, такого желтого цвета. Ушистый, ну, мне нравится все, но, блин, он тонкий, он реально тонкий. Вот он, тонкий. Вот чуть-чуть вот сядешь, вот так, все, уже, видите, все помятое. Все помятое. Вот так, ну, просто вот сядешь, съедешь, и нужно все заново поправлять. Вот, мне не нравится такой вариант. Конечно, его может быть, у меня была идея пришить его к своему пледу, который он там лежит. Который здесь у меня с пандами. Но это все долго, и это все равно он будет, ну, не такой он будет, короче. Вот. Потом я решила, думаю, надо его продавать. Сначала думала, куда девать, но он тонкий. Думаю, надо его продавать. Вот. Сейчас я буду достать второй еще один. Не плед, покрывало. Вот. Напишите, кстати, в комментариях, как он правильно называется. Потому что я чуть не могу найти его в интернете. То ли он плюшевый, то ли он просто там непонятно какой. Вот, надеюсь, что у меня получится его продать. Узнать бы его цену, потому что, в принципе, он новый. Его как купили, один раз накрыли и уложили. И все. И никто им даже не пользовался больше. Вот. Ну вот, смотрите, я его упаковала. Красиво получилось, долго мучилась. Думаю, господи, как они их делают квадратными. Когда он у меня сложенный, получился очень прямоугольный, такой прям хорошо прямоугольный. Думаю, да как же они его делают? В итоге я не помню как, но я сделала. Я это сделала. Ну, ленты у меня, конечно же, нету. Поэтому я сделала своей любимой веревочкой. Сейчас покажу веревочку. У меня уже заканчивается такая веревочка. Сейчас ими упаковывать модно. Конечно, я могла бы заплести длинную косу из нескольких, но у меня нет времени сейчас. Сейчас хочу быстренько выставить это все в группу. Потому что вещь это ненужная, выкидывать жалко, она хорошая. И вот смотрите, она с этой стороны получилась такая закрученная. Сейчас. Ага. Вот. Так, сейчас мы... А, вот. И вот как положено эта бирка. Торчит с краю. Правда, конечно, ногами она у меня получилась. Что ли? А, нет, не кверх ногами. Размер я, главное, мерила на 220 на 240, а у меня получилось 230 на 230. Не знаю, как намерила я. Вот она сделана в России. Хоть бы написали, плюшевый это или нет. Фиг его знает. Находила похожий плюшевый. А этот не знаю. Вот. Можно еще сделать какую-нибудь бирку. Не знаю, буду я делать или нет. Выставлю так, а там будет видно. И сейчас с вами будем смотреть другой плед. Не плед, а это покрывало. Вот второе покрывало. Я покупала его очень давно. И насколько я помню, оно было розовое. И что-то там были какие-то китаянки. Но оно было явно розовое, не такое. Не знаю, то ли мне свекровь подменила его. То ли, не знаю даже. Я не помню его таким. Я помню, что я покупала очень красочное, очень красивое. Оно точно такое же было. Но оно было очень красивое. Очень такое розовое прям. Вот такое купить я не могла. Мне не нравится оно. Вот. Тоже промучилась. Но поскольку тоже такое как бы тоже тоненькое. Оно и тоненькое, да. Тоже такое вот беленькое с этой стороны. Чистенькое. Покрывалось оно где-то один раз. На диван я его покупала, как покрывало. Красивое. Ну да, там был, конечно, у меня другое. Видимо, его подменили. Потому что я помню явно, что оно было очень ярко-розовое. Там были сакуры всякие. Вот. Такое вот оно. Конечно, я тоже промучилась. С одной стороны его положила, с другой стороны стал подтягивать. С этой стороны сползает, причем очень сильно. И одному человеку просто, блин, так сложно его покрыть им кровать. Просто кошмар.
тут свисают, вот такие вот берюшечки они. А, они вот как раз с этой стороны вот и с той стороны. Вот с той стороны они полностью белые, она полностью новая. Цветочки какие-то непонятные. Покупала я такой же, покупала за 1500 или за 1000, сейчас не помню. Это было далеко-далеко до зимы. Ну вот второй плед. Я просто пытаюсь вспомнить. А, ну да, я вам, по-моему, показала, как он выглядит. Разложен. А, ну да-да-да, я показывала. Вот. Такой, вот так я его сложила. Тут тоже сделала бантик. Такие здесь цветочки интересные. Вот. Ну, знаете, пока я его упаковывала, он мне напоминал садик. В садике тоже такие же вот расцветки какие-то. Ну, вот тоже какие-то цветочки. Так вот он упаковался с этой стороны. Побольше. Долго я его упаковывала. Но я сделала это. Вот. Почти как тот. Такой же. Здесь я завязала хорошо. Я думаю, если вот так брать можно. Но я, наверное, когда за ним придут, положу его. Хотя даже сейчас, наверное, я его положу в мешок. Оба. И уберу, чтобы их никто не трогал. А то я уже их упаковываю несколько раз. И все время трогают их. То как подушку, то как еще. Вот это я уберу и все. Когда человек придет, я просто достану и все. Так вот. Приветик, а ты спишь тут? Да? Ты спишь, зайка. А мама уже приходила. Ты спал. Раскачивается. Давай ручку. Давай, вставай. Здесь. Мяч. Молодец. А где мяч? Покажи. Кука. Правильно, мяч. А где часы? Кука. Тик-так. Тик-так. Часы. Тик-так. Что ты еще знаешь? А здесь что? Что здесь? Кого ты там видишь? Кого? А? Дима? Кто это? Мишка, да? Вот это вот Мишка. Да? Да? Что ты еще? Какие слова знаешь? Лейка. 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 Нет. Лейка. Молодец. Еще раз повторяй. Лейка. Ну? А где она? Где Лейка? Дима. Ну что ты так смотришь на меня? Лейка. Где она, Дима? Скажи, у мамы в комнате Лейка. Что ты меня спрашиваешь? Чё? Покакал? Ты не какал? Тут запах вроде бы. М? Какие еще слова ты знаешь, Дима? М? Чё еще ты знаешь? И какой красивый мальчик. А ты чей такой мальчик? М? Ты чей мальчик? Наш кимдрик-дрик. Чей ты мальчик такой? Мамин, скажи. Я мамин мальчик. Какой Дима большой? Ой, какой большой Дима. Ой, какой большой. Ку-ку? Ку-ку. Где Дима? Нет, Дима. Нет, Дима. Есть Дима. Нет, Дима. Есть Дима. Ку-ку. Ку-ку. Нет, Дима. Есть Дима. Дима хороший мальчик? Дима хороший мальчик. Да, хороший, хороший. Погладь себя по головке. Дима хороший мальчик? Дима.
Мяч, да, вот мяч. И там еще мяч, целых два. А где у тебя третий мяч? Еще один у тебя был. Он маленький, закатился куда-нибудь. Как? Какая как? Я не могу понять, а? Что, где как? Лев? Лев вроде на кань заканчивается. Как? А где жираф у тебя? Жираф твой где? Жираф. Чмок, чмок. Жираф. Какой жираф сладкий. Как? Батюшки. Папа пришел, похоже. Кто? Открывай. Ага. Не достучусь никак. А я снимала, а что ты мед принес? Что, не одна, что ли, книга? Нет, одна. Ну, я продукты купил. Молоко, сахар. Бог знает, потому что сахар кончается. Я купил кубик, потому что он дешевле. Потом... Сейчас посмотрим. Булочку себе завтра, я городскую булочку себе на завтра, потому что у меня времени не будет. Так там, наверное, не килограмм. Ваша булочка какая-то маленькая, мизерная. Ты ее проверил? Да, она же желтая вроде бы. Ну, красивый там листает, там с хвостиком на веточку. Может, там вместе. Где там? Ну, так мы же там были. Ты ее проверил? Дима! Ты че? Кто там? Папа пришел, да? Кушать будем, да?